think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик на акции утренние. Как-то странно, я проснулся утром после ночного кода еще. Так, что у нас интересного на русском сервере, говорили ребята, шарики открылись. Лошарики желаний. Так, что тут на русском сервере интересного есть? Пакет опыта 100 штук. Ну, на немке у меня вместо пакета опыта слизни. Странно, сейчас посмотрим. Камень пламени, апогея, эссенция. Магическая пыльца, пепельная матрона, мастер рун, карта официального. События 3 штуки. Ну, честно говоря, такое себе. Механоид Альфа тоже можно получить на халяву. Кристалл Кицуны, Камень Судьбы. Это счастливый приз. В общем, первых 3 дня идут халявные плюхи. Потом плюхи за донат. Четвертый, пятый. Камень Судьбы, Кристалл, Перекус. Мифическая карта. 3 донатных, магическая пыльца, зефир 100 осколков, лист 100 осколков. Такое же, короче, как и на английском сервере у нас было один в один. Ну, опять же, осколки начали не целые герои. Раньше были, если я не ошибаюсь, целые герои давались. Но есть возможность получить механоида. Фонтан закрыт, фонтан. Бог грома тоже закрыт. Короче, нифига толком нету. Сейчас перезайдем. Открыть сундук. Что-то идет загрузка. Странно. Ну, давайте перезайдем. Может, обновились уже акции. Как раз она пропала. Так, битва замков. Оу, хватайку открыли, ничего себе. 15, жалко не 30. 30, конечно, было бы вообще топчик. Ну, в принципе, тоже плюхи неплохие. 15 по 1000 эссенций. Довольно-таки неплохо. 15 за 20 неплохие. За 30, то это, конечно, вообще огонь. Неплохая хватайка. Кому повезет, ребята повытаскивали. Много 1 плюс 1, рулетка, кузница, заработай. Да, нету больше ничего. Магазин скидок. Истинная вера 15 монет. Ну, в принципе, у кого есть монетки с без донатов, советую забирать. Хоть и 9, но все равно неплохо. Психощит, фигня. Карта события. Ну, такое. Нету у нас монет. Парящий остров открылся. Такой же, как обычно был. Так, фонтан. Ничего нового нет. А чё рынок скажет? Скидочные наборы начали продавать на русском сервере. Пакет накопления. Такое. Больше, как по мне. Ничего, короче, на русском интересного нет. Ну, хватайка и шарики. Но шарики тоже кастрированный кит. Хотя, в принципе, кто хочет за, если повезет, 100 осколков зефира, то, в принципе, есть смысл забирать. Либо так, вчера я показывал, зефира собирал, получилось у нас сколько, 4 пака, 140 осколков, 5 паков, считайте.
5 паков, это у нас где-то половина большого пака обошелся. На английском 10 баксов. Намного меньше. В 3 раза дешевле. Ничего себе, что на Тайване с акциями. Батя остров уже забрал. Коллекционер. Что-то Тайвань не пашет. Странно очень. Короче, в шариках однозначно порезали. Не знаю, такое себе. Самая на сегодня кайфовая акция — это сундуки, которых на русском сервере просто нет. Так, что у нас тут? Божество, самец. Альфа-пак 100 баксов, 70 штук. За что? Так. Накопление, лис. Вот накопления на английском мне всегда нравились. Рунки. Довольно-таки неплохо. Затрату пакета, наборы снабжения. Вот они. А, нет, это Second Treasure. Кермачер, Гроун. На английском нет вообще никакой-то, что-то сегодня халява. Вот 10-ю огненку можно забрать. 15, ребят, сумок лисицы, кто забирает. Здесь очень, сколько, 2 или 3 раза уже были эти сундучки. Реально, лисицу можно без проблем пособирать. Ну, надо копить сабики. Такое, короче. Ничего интересного тоже нет. Поехали, Тайвань, еще раз чекнем. Что-то очень странно. Что-то батя натворил. Ему обрезали. Обрезали все акции, либо он все скупил, просто психанул. Не, есть, что-то есть. Появилось. Так. За один пак, да ну нафиг. Ну, конечно, там самого нормально дают. Вот 20 баксов зефир. Ну, тоже дороговато, Тайвань. По сравнению с английским дорого. Все остальное не пашет. Так, поехали на немочку еще чекнем. Может, что-то ночью добавилось интересного. Что-то очень долго грузится сегодня. Серваки странно очень. Наверное, на немке дофигища халявы разные. Такс. Кто играет? О, смотрите, поменялось это. Я не помню, вчера была, не было. Вверху заставочка. Кенди с яйцами. Что-то новое. Готовимся к Пасхе. Значит, вообще так жестко загружаются акции. Мана пакет. Блин, у меня уже тут столько маны, что надо питомцев, наверное, прокачать.
Пока ничего нету в 10 часов. Пообновляют. 6 молотков, 6 дней сэкономили. Так, забираем. Нету пока ничего здесь нового. Нормальное у нас число. 666. Так. Ну, в принципе, все. Ничего такого интересного нового нет. В общем, будем ждать какой-то халявы. Сегодня какое? 8, 9, 10 скоро должны дать. Должен быть день замковладельца и дать плюхи. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.